Дорогие братья и сестры, буквально несколько дней остается до Светлого Христового Воскресения. И вот сегодня нам хотелось бы немножко показать вам, как наш храм готовится к тому, чтобы вы пришли, чтобы радость Пасхи у нас никто не отнял. Сейчас расклеиваются различные листовки, что, дескать, не приходите в храм, но по благословению нашего митрополита Исидора в нашем регионе, на Кубани, благословлено встречать Пасху на прицерковных территориях, во дворах храмов. А потому постараемся, дорогие братья и сестры, не убояться ни каких-то сомнений и страхов. Но придем хотя бы к храму Божьему, где будут не просто проходить службы, они будут приближены к людям, они будут совершаться где во дворе, где на паперте. И каждый из нас может прикоснуться к светлому Христову воскресению. Хотелось бы пожелать всем нам, чтобы мы и в дальнейшем, не оставляя церкви и не слушая тех, кто от нее отводит нас, были всегда чадами нашего святого православия. Уже завтра мы будем устанавливать большой телеэкран, мы его обязательно вам покажем. Трансляция будет вестись и из храма, и со службы. Уже сейчас мы получили еще один подарок, который будет в образе большого 5-метрового пасхального яйца. Ну и вообще то, что делается у нас в нашем храме, вы посмотрите небольшой сюжет, чтобы сердце ваше возрадовалось и радости вашей, чтобы никто не отнял у вас. Не будем забывать, дорогие, то, что уже небо поет нам. Воскресение Твое, Христе, спаси, ангелы поют на небесах, и нас на земле с подобием чистым сердцем Тебе славить. Ждем вас в храмах Божьих, и храни всех вас Христос.